Как дела, народ? С вами MKBHD. И да, в первую очередь я поясню, что у нас уже был ролик обо всем, что нам известно о восьмом айфоне. Мы собрали все слухи о том, что мы, возможно, знаем, и о том, чего не знаем. Но нас ждет много интересного. Ссылка на ролик в описании. Итак, это совершенно новый уровень. Он похож на предыдущий, но это модель, физическое воплощение всех утечек и слухов, всего, что мы знаем о новом iPhone и ожидаем от него. Это может быть полезно для создателей чехлов. Они уже могут заняться созданием чехлов для iPhone 8 или разрабатывать для него аксессуары. Все изменения модели основаны на том, что мы знаем. Спасибо Сони Диксону за то, что достал нам прототип. И я решил досконально его изучить, как только до него добрался. Первое, что бросается в глаза — дисплей, который простирается от края до края. Но также сверху у него есть интересный выступ с сенсорами. Вы могли видеть его в недавней утечке от HomePod Firmware, где нашли небольшой силуэт, который представляет из себя следующий iPhone. И у него вверху есть выемка для передних сенсоров. На изображении он выглядит странно, но вот как он выглядит в реальности. И, честно говоря, все равно выглядит немного необычно. Но то, как дисплей обтекает края модели, все эти закругленные углы, выглядит это очень интересно. Это напоминает мне рендеры Essential Phone, который нам еще предстоит увидеть. Но если он так выглядит, в первую очередь меня волнует то, как Apple изменит софт. Поместят ли они что-то в верхние углы? Может, заряд батареи с одной стороны, мощность сигнала с другой? А оповещение в центре? Что бы они ни сделали, посмотреть будет интересно. Но самое главное в этой модели — это соотношение дисплея к общему размеру. Это было всегда слабостью iPhone. На дворе 2017 год. Рамки уменьшаются. У iPhone всегда был здоровенный лоб и подбородок, и даже края по бокам. У iPhone 7 Plus дисплей размером в 5,5 дюймов, но все же у него один из самых больших корпусов на рынке. У этой модели iPhone 8 диагональ примерно 5,7 или 5,8 дюймов, но корпус меньше. Это определенно большой шаг для модернизации дизайна iPhone. Меньший корпус. Он лучше размещается в руке и в кармане. Скажите спасибо магии After Effects. Вот как может выглядеть дисплей iPhone 8, когда он включен с iOS 11. Опять же, я не уверен, что они намерены делать с верхней панелью. Мы немного пофантазировали на эту тему, но, как видите, это близко к ощущению того, что мы просто держим дисплей в руках. Будет ли он более ломким и хрупким из-за дизайна углов? Конечно, но оно все равно того стоит, ведь люди ломают свои телефоны и сейчас. Переходим к тому, что нового вы еще можете заметить в модели. Первое — стекло сзади. До этого момента у iPhone задняя часть была металлической, на ощупь и вид очень крутая, но без поддержки беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка невозможна с металлом. У этой модели iPhone 8 стеклянная задняя часть очень похожа на телефоны Samsung, вроде Galaxy 8 и Note. Так что беспроводная зарядка возможна, но металл остается по бокам, что оставляет это ощущение первосортности. Второе — выпуклая камера сзади. Она все там же, довольно крупная, но мы это уже знаем многие месяцы из утечек о новом iPhone. Новое расположение сенсоров камеры, вспышка в центре, между ними. Надеюсь, спецификации новой камеры будут стоить этого выступа, и в новом году мы будем снимать потрясающие фото и видео. Я заметил, что кнопка включения сбоку расположена там же, но она стала немного больше, что интересно из-за слуха о том, что Apple могут встроить считыватель отпечатка пальцев в кнопку включения, ведь в свое время расположение по дисплеям не пришлось по вкусу. Но самая новая информация говорит о том, что это будет обычная кнопка включения, и Apple будет использовать трехмерное опознавание лица для безопасного доступа к вашему телефону. Предположительно, это может быть так же надежно, как отпечатки пальцев. Но вы знаете, что я это еще проверю. И да, первосортный вид и ощущение этой модели, они гораздо лучше, чем ранние рендеры, как и каждый год. У стекла даже есть приятный изгиб на углах, оно будто обтекает бока. Углы гладкие, держать телефон поэтому приятно. Вот по сути и все. И, честно говоря, ближе с телефоном мы познакомиться не сможем, если кто-то его не сольет. Но дайте знать, что думаете. Стали бы вы использовать такой iPhone 8 в 2017 и 2018? Можете поделиться этим роликом с друзьями, которым интересно узнать, как будет выглядеть iPhone 8. Ну а пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и мы обязательно продолжим рубрику переводов.